Здоровому образу жизни – да, наркотикам – нет. О профилактической работе среди молодежи в учреждениях образования, культуры и спорта в 2019 году говорили на заседании антинаркотической комиссии. С информацией о проведенных мероприятиях, рейдах, операциях, акциях и квестах выступили руководители управления по работе с молодежью, физической культурой и спорта администрации округа. Главный результат совместной работы – уменьшение количества наркозависимых. Приоритетными направлениями работы комиссии на 2020 год является создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни, использование возможностей средств массовой информации и интернета. На заседании комиссии говорили и о проводимой с 16 по 27 марта всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В ее рамках будут организованы проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.